Всем привет! Елизавета Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при России по фигурному катанию в городе Перми. Илья Авербух назвал главную причину успеха фигуристки в соревнованиях девушек этапа. Он отметил великого тренера спортсменки, благодаря которому Елизавета поддерживает отличную форму. Лиза выиграла 2 этапа Гран-при. Хочется ее поздравить, она большая молодец. Ждем ее выступлений на чемпионате страны. То, что она поддерживает форму такого уровня, огромная заслуга великого тренера Алексея Николаевича Мишина. Я нарочно говорю слово «великий». Такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда. Это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил им отдельные памятники. Что касается Лизы, думаю, любая победа дает сил и окрыляет, сказал Илья Авербух. Всем удачи!